Всем привет! Сегодня я хочу показать вот такую вот очень интересную шкатулку, сделанную в Швейцарии. Это далеко не зажигалка, но по своему назначению она полностью подпадает под тематику табакокурения. Шкатулка эта предназначена для хранения сигарет, и кроме этого в корпусе этой шкатулки есть встроенный музыкальный механизм. Если попытаться более коротко назвать, то я думаю, это будет звучать как музыкальная шкатулка про сигар. Приобрел я эту шкатулку в Соединенных Штатах Америки в марте 2017 года. Весит она 635 грамм. В конце ролика я добавлю фото с ее весом, а также еще будет фото с ее размером на фоне спичечного коробка. Если быть более точным, то будет спичечный коробок на фоне этой шкатулки. То есть она довольно габаритная. Ну, несмотря на ее внушительный возраст, шкатулка находится в очень хорошем состоянии. Сделана она из породы красного дерева. Конкретно что за порода, я сказать не могу. Если быть точнее, даже не знаю. И на передней стороне и на задней стороне шкатулки, а также на ее крышке выполнен вот такой вот рисунок из шпона. Рисунок этот имеет такую цветочную тематику. Ну, чтобы было более понятнее, шпон — это очень тонкий срез дерева. Дерево бывает разных тонов цвета, то есть более светлый, более темный. И благодаря этому можно делать вот такую вот своеобразную мозаику, то есть составлять определенные узоры. Выглядит очень красиво. Ну и все это покрыто лаком. От времени лак местами потрескался. Не знаю, будет это видно или нет. Вот трещина пошла. Вот трещина. Ну, в принципе, выглядит очень даже хорошо. На нижней части шкатулки есть вот такие четыре ножки. Сделаны они из пластика черного цвета. Одна вот эта ножка имеет скол. Приобретала шкатулка именно в таком состоянии. То есть скол этот был еще сделан при предыдущем хозяине. Ну и вот здесь вот есть заводной ключ музыкального механизма. Надписей никаких на шкатулке нету. Обычно на таких шкатулках бывает бумажная наклейка с названием фирмы, которая сделала эту шкатулку. Чаще всего встречаются шкатулки фирмы Torrens. И еще ниже обычно написано название мелодии, которая проигрывается музыкальным механизмом. На этой шкатулке ничего подобного нет. Ну и давайте посмотрим, как она работает. При открывании крышки выдвигаются три вот такие полочки. В эти полочки загружаются сигареты. Каждая полочка вмещает 10 штук. Ну и полная загрузка получается 30 сигарет. Верхняя вот эта полочка двумя маленькими саморезами соединена с крышкой шкатулки. И также она соединена вот такими вот тягами с двумя другими полочками. И за счет этого механизма при открывании крышки полочки эти выдвигаются.
А при закрывании крышки они прячутся в корпус шкатулки. Вот здесь вот с правой стороны имеется небольшой отсек, в котором размещен музыкальный механизм. Закрыт он вот такой вот деревянной дощечкой. Она легко убирается отсюда таким вот образом. И можно увидеть сам механизм. Вот здесь вот можно увидеть Швейцарланд. И в верхней части название фирмы Premilex. Ну, каков принцип работы у этого механизма? Вот в этом корпусе находится заводная пружина. После завода она начинает раскручиваться в обратную сторону и прокручивает вот этот барабан, на котором имеются шипы, расположенные в строго определенном порядке. И при прокручивании барабана эти шипы зацепляют за пластину вот этой гребенки. И издается звук, то есть проигрывается мелодия. Также здесь есть вот такой вот качелеобразный рычаг. Ось вот у него расположена вот в этом месте. И если на одно плечо рычага нажимать, то второе плечо поднимается. Рычаг как подпружинный. Необходим этот рычаг для того, чтобы останавливать проигрывание мелодии, ну или стопорить механизм при закрывании крышки. А при открывании стопор с механизма снимается и мелодия начинает проигрываться по новой. Ну и оказывает давление на этот рычаг вот такой вот толкатель проволочный, который при закрывании крышки притапливается и опускает вот это плечо рычага вниз, соответственно, второе плечо поднимается вверх. Сейчас я постараюсь показать. Здесь вот есть такой вот механизм, как бы флажок. Он при проигрывании вращается. А если нажать на вот этот толкатель, то этот флажок упирается в противоположную часть качелеобразного рычага, и механизм стопорится, то есть вот не дает ему дальше прокручиваться. В данный момент механизм не заведенный, я его не стал заводить для того, чтобы можно было при открытой крышке рассказать и показать, как это все устроено. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Всем удачи! Зажигалки моя страсть, 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 зажигалки моя страсть.
зажигалки моя страсть.